одно из старых упражнений. Опять же, работаем на разрыв дистанции. Крепим на уровне пояса резину и на себе. Первый раунд. Чуть-чуть оттягиваемся, становимся во фронтальную позицию. Ручки перед собой. И, соответственно, начинаем. После чего повторяем то же самое, только без резины. Следующий раунд. Становимся в боевую позицию. То есть одна нога впереди, другая сзади. Ручки выставляем и начинаем нарабатывать ровно то же самое. Один раунд, когда будет одна нога впереди, другой раунд наоборот. И отрабатываем. Третий раунд. Фиксируем резину на себе и на партнере, который будет нам создавать то самое сопротивление и уже давить. То есть работаем это все в динамике.